Я не специалист и не участвую в расследовании, но у меня есть внутреннее убеждение, что это теракт. Надо разобраться очень тщательно и внимательно, потому что есть новые методы и способы. Нам надо разобраться в этом как следует. Может, можно многое говорить и о машинах, и о технике, и о системе безопасности. Но в целом у нас в системе безопасности в стране много неполадок. Понимаете, когда страна разделена, когда нет в сердце и в душе внутреннего покоя, когда одни жиру бесятся, а вторые, собственно говоря, еле концы сводят, то все это неблагополучие, оно выливается то в один теракт, то в одно убийство, то в отравление, то еще во что-то. Нам надо всем очень хорошо подумать и помнить, Новый год подходит. Он должен быть для всех нас более счастливым, более мирным и более благополучным.